Коллеги из Волкова просят о помощи. За последние 10 дней 2 трупа. При поддержке Следственного комитета Российской Федерации. Все, что есть на подозреваемого, только запах. Иван Колесников. Слушай, я не знаю, но что-то меня в этом деле смущает. Илья Шакунов. Я рекомендую к нему прислушаться. Он обычно замечает то, на что другие вообще внимания не обращают. Сергей Жарков. Послушай, этот урод перерезал девчат, похожих на дочку судьи, а этот, смотри, другой масти, вороной. Первый отдел. Сериал, основанный на реальных событиях. Мы напали на след серийного убийцы. И он пока на свободе. Если мы будем ждать, могут быть новые жертвы. Премьера по будням в 21:20 на НТВ.